Окей, всем привет. Меня зовут Саша Меньшиков. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем работают наши коллеги-парикмахеры во всем мире, в России. Итак, первое, это, естественно, классика. Это ножницы. Второе, пускай будет, бритва. Следующим пойдет у нас машинка, веревка. А самое главное и основное необычное, пожалуй, это огонь. Итак, поехали.